Спасибо, очень здорово, я рада. А вот в этой посмотри, что коробочки. Прелесть какая, покажи нам. Ты рада? Тебе нравится такой подарочек? Прелесть, правда? Откуда это взялось? Похоже, понравился Лилуфа на сюрприз. Ура, уля, уля. Лилуфа, поздравляем! Поздравляем! Спасибо. Ой, ну боюсь. Ладно, Лилуша потом остальные подарочки распакует. Мы хотели главный сюрприз. Посади, покажи поближе. Ксюша. Подарочки. Ой, какие красивые. Что это такое? Оба ушастеньких, видишь? Оба ушастеньких. Оба ушастеньких. Ручные такие, ласковые, хорошие. Ну, чуть-чуть боится, конечно. Ну, а что ж, вы посадили какую-то коробку. Ой, сейчас лопнул шарик. Не должен. Мало ли. Раз рукой, можно помереть от страха. Он рукой, да, возьмет шарик? Но у нас прибыло стоять. В нашем семействе. Что это за наглость? Ну, а еще придется им знакомиться с Казей и Савой. Будем еще знакомить. В общем, сюрприз удался. Удался, да? Классный сюрприз. Вот такие вот у нас симпатяшечки теперь будут жить. Такой вот подарочек для дочки. И для меня, и для Казимирки и Савушки. Мы их будем знакомить. Еще никто не знаком. Только вчера вечером их купила. Такие хорошенькие, вроде бы не сильно пугливые. Ручные такие, ласковые. Оба ушастики. Найти вам. Похрюмкайте. Вот везла их вчера вот в этой переносочке. Нормально, спокойно так ехали, не сильно боялись. Знаете, у них мама такая красивая, такого окраса никогда в жизни не видела. И папа такой интересный, думаю. А детишки получились простые такие, черненькие с беленьким. Ну все, тогда в следующем видео будет у нас знакомство Кази, Савы и малышей. Еще не знаем, как их зовут. Еще дочка не решила, пусть она называет ее же подарочек.